Как приучить купанию взрослую кошку? Для начала нужно приучить кошку находиться в ванной. Для этого открываем дверь и заманиваем лакомство. Важно погладить кошку и показать, что здесь совсем не страшно, а даже вкусно. Также приучаем к месту купания. В идеале тазик или небольшая ванночка. В ней котику будет более комфортно и безопасно. Оставляем тазик без воды, пусть котик познакомится с устройством. А чтобы знакомство прошло лучше, кладем туда вкусняшку. Теперь само купание. Берем тазик. На дно полотенчика, тоже для комфорта. Тазик, водичку. Высотой до пузика кота и температуры 35-39 градусов. Приготовьте заранее лакомство. А вот игрушки и тому подобное взрослому котику не помогут. Лакомство откройте, чтобы потом не терять время. Зовем котика. Бенни, смотри, это твой знакомый тазик. Погружаем в воду и поливаем водой из лейки или ковшика. А в идеале из душа, но только если питомец не боится шума воды. Или если вы его приучили к шуму, так же, как мы приучали к тазику. Пора намыть. Растираем в ладошках шампунь, я использую Wellroom. Еще можно заранее подготовить шампуневый раствор, например, в бутылке, вот так. Намылили, подержали 2 минуты. И это отличный момент для того, чтобы угостить котика лакомством. Подбодрить, так сказать. Теперь смываем. Я делаю это душем. В этот момент и вы, и котик уже устали, но главное смыть шампунь тщательно. Выжимаем котика, сначала туловище, потом лапки и в конце хвостик, вот так. И бегом в полотенце, чтобы котик не замерз. Всем для многих котиков большой стресс, поэтому можно обтереть полотенцем и оставить в теплой комнате на пару часов. А, и в конце тоже угостите чем-нибудь.